Теперь одной банковской картой можно оплачивать до 4 поездок на одном рейсе подмосковных автобусах. С 19 июля такая возможность появилась на всех маршрутах, где установлены мобильные терминалы оплаты проезда. Нововведение реализовано Минтрансом области по просьбам жителей. Обратите внимание, при оплате второй и более поездок нужно попросить у водителя мобильный терминал. Также напомню, что с 18 июня на всех маршрутах общественного транспорта Подмосковья отменена оплата проезда наличными. Кроме банковских карт, можно воспользоваться социальными картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Thank you.